Очень страшный и хардкорный сервер под названием Z World приглашает всех поиграть. Здесь есть Kickstarter, Home, Hunt, Food Daily. Но воспользоваться ими ты сможешь или нет, узнаешь на его просторах. Все ссылки в описании. Тр-тр-тр, погнали! А всем привет, господа. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Ты кто такой? Я тут потел как негр. Чё запотел? Тебя 100 негров запотели? Нет, я полтора часа фармил. Да ладно. И у меня уже 13 уровень, 12 с половиной. А ты можешь банки делать? Ну, сейчас докачаюсь. Вот, левый, нижний, посмотри. Угу, сейчас чекну. А пароль такой же, да? А ты можешь открывать, ты у меня в друзьях. Ну да, сейчас. И ты в друзьях даже. Я могу у деда дом открывать. Он зашел ко мне и дверь открывал. В смысле, у деда? Ну, нахера ты его позвал сюда? Не его. А кого? Мы, короче, с ним фармили сейчас вдвоем. Другой, что ли? Не тот? Не тот, друг мой. А, что, ник такой же? Да и у него по-английски написано. А, ну все, окей, короче. Короче, всем привет и добро пожаловать на канал Турбо Ёжика. Вот. Это батя. Атаман. Можно дом строить, 65 тысяч камня. Какой дом? Дом же есть, вот. Да, я сейчас это... Пробегусь, побольше. Экскурсию покажу, просто чтобы интересно было. Вот здесь у нас, значит, покажу, печки стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но почему-то вот это не работает. Не поджег. Печки стоят нам, значит, переплавляют ресы. Вот. Батька у нас, значит, немножко задрочился, да? Да. Полтора часа лутал ресурсы. Сейчас опять пойдем лутать. Так, сейчас я просто покажу, чтобы люди в курсе были. А, то и некоторые есть не в курсе, ребят. Я не в курсе, ребят. Вот, значит, наш дом. Наполовину, значит, у нас каменный, наполовину пока что деревянный. Кстати, если камень есть, то можешь улучшить его. Я так же буду еще делать. Ох, смотрите, какой видок. Ух, красота. Не дом, а конфетка. Вот он домик. Мы, кстати, живем, угадайте, где? Да-да-да. На льдине. И скоро здесь поплывет Титаник, мы его уничтожим. А, он улучшает, что ли? Угу. Фундамент не забудь здесь, вот. Ты забыл фундамент. Ещё. Вот, ну вот наш бичхаус, значит. Вот он. Весь такой по красоте. А, мне дверь прижала. Да ладно, хорош. Да уже нормально. Ты забыл один фундамент, вернись назад. Сейчас. Он там, он. Ну. Вот. Напарника моего... Слушай, напарник. Напарника зовут Батька. Вот он. Батька-атаман. Бешеный просто Батька. Лутает все, что стоит на месте. Все камни, все деревья, все сметает просто сразу. Наповал. И посмотрите, как у нас классно здесь. Там вон пингвины. Ща я пойду, ща приду. Давай. Батьки дела. Вот, а там, смотрите, у нас, значит, есть сосед. Вон он. Тоже на айсберге живет. Эх, красота! Вот так вот. Ну, здесь костерчик, пока бичами были, залазили сюда. Можно включить его, в принципе, вот так, смотрите, классно, да? Даже можно скрин сделать. Прикольно. Так, а... Так, если кит... Давайте посмотрим, кит есть, нету? Кит проверим. Стартовый набор. 0. Ух, не могу получить. Так, ну, закроем. Хотел просто скрин сделать. Так вот, давайте сейчас вот, наверное... На, потушим. Кстати, покажу карту, где мы на... Или не показывать? Да ладно, покажу. Вот карта, включаю карту, и посмотрите в верхний левый угол. Мы находимся в самой жопе мира Раста. Это самый дальний айсберг. Эге-ге, ребятушки. Ой, дожди, следы остаются. Вон они, смотрите, бегу, как дорожка такая. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Ух, чуть убежал за айсберг. Ну вот у нас пока здесь двери, значит, деревянные пока что. Сейчас камень, о, вернее, дерево возьму. Почему камень сказал, думаю, надо до камня-то все улучшить. Так, у нас дерева, видимо, нету. Хотя, нет, глупости все. Есть у нас дерево, я хочу скрафтить пару кострочков. Вот такие вот. Сейчас батьку подождем. Можно будет прикольненький скрин сделать и поставить его, в принципе, на прирол. Р-р-р, слишком много р-р. Так вот поставим. Оп. Ну, в принципе, можно еще. А крафтим. Дерево-то у нас есть. Сюда разок. И сюда разок. Сейчас подождем. Ну, согласитесь, это офигенно
Все офигенно все выглядит. Сейчас у нас батька, значит, видимо, пошел в толкан посидеть. Вот он. Ох, какой залут, вы посмотрите на него. Уф, уф, уф. Броня у него из дорожных знаков. Значит, башка у него. Прям крутой мэн. А что у нас здесь? Давайте глянем. Обычный бич, пушка. В принципе, оружия у нас пока нету. У меня вот 6-й левел, он прокачался здесь, сидел очень долго на серве. У него сейчас 12-й, кажется, он сказал, да? Вот наши ресурсы, в принципе, какие есть. Покажу сейчас все. Вот, яблочко, вот можно пожрать на халяву яблочко. Полезный фрукт. Вот. Ну, здесь вот телогрейку можно надеть, банка одна. Есть. Бобовая граната. Ох! Что я вам сейчас покажу, ребятушки? Откуда он взял ее? Смотрите, вот она. Здоровая мудень такая. Ох, как она мне не нравится. Я ее не взлюбил после того, как первый раз посмотрел на нее. Ух, у меня она, отвечаю, занимает пол экрана. Вот так вот. Просто, мать твою, долбанных пол экрана. И на айсберг, кстати, не залезут. Вы даже не болтайте. Никто не залезет. Почему? А потому что... В принципе, ладно, я вас обманул, можно залезть. Если кто-то сюда придет. Ну, смотрите, горизонты... Ну, вон там солнце садится. Ух, красота, господа. Ну, где же вы еще такой видите, как не у ежик на канале, ребята, ребятушки? Мур-мур-мур. Сабскрайб. Мур-мур-мур. Как не на канале ежечка. Ну, посмотрите, не видно здесь ни земли. Вообще ничего. Людей нету, только сосед. И тот очень суровый. Вот он там, он живет по-соседски. Здесь довольно-таки далеко. Вопрос, как мы сюда добрались? Отвечаю. В общем, батька написал тому чувачку, который живет вот здесь вот. Вот на этом айсберге. Это его кореш оказался, братюня. Он нас-то пошел сюда. В общем, и я батьку послал осваивать этот айсберг. И он, будучи молодым, спрыгнул прям с этого айсберга, короче говоря, и пошел сюда. Вернее, не пошел, он что, Иисус, что ли, ходить по воде? Он поплыл сюда. И тот чувачок ему дал 12 лестниц, он построил лестницы сюда. И просто-напросто вот так вот и залез. Кстати, обратите внимание, шкаф почему-то... Ага, он не действует, то есть смотрите, там любой может подстроиться. Раньше можно было шкаф поставить, и то есть не паришься. Сразу шкаф поставил, короче говоря, и никто себе сюда тебе не залезет. И на многих серверах эту фишку запрещали. Вот. Но потом, спустя какое-то время... Все это дело пофиксили, значит, исправили. То есть, наверное, подумали, что, ах, дурня, это же просто нельзя... Реально это было то место, которое нереал было зарядить. Без помощи админа, конечно же. Нереально. Это был айсберг. Это были, ух, ребята, золотые времена. То есть, забрались вы на айсберг, шкаф воткнули, и он бьет аж до самого низа. То есть, вы никак, чуваки, никак. Нельзя было на льдину забраться, чтобы выстрелить. Из ракеты, из базуки. И нельзя было ничего сделать. Просто это был долбанный классный антирейдерский дом. Вот так вот. Но сейчас, ввиду всяких особенностей изменения раста, все это дело у нас ушло в небытие и растворилось как воздух. Так что, пока вот такие вот у нас дела. Так, что у нас за херня? Ждем батьку. Батька у нас что-то молчит. А, еще отвечу на вопрос. Вот спрашивают, что наушники забыл. Смысла нет, наушники все нормально у нас. Просто когда стримчанские работают, там было на наушники, нет, базара нету. Есть ухи, все как бы все путем. Никого не обманываю. И как бы смысл я из этого не вижу. Просто некоторые сводят к тому, что да ты лошар там на стримах собираешь на всякое говно. Так неприятно слушать, конечно. Ну, обычно это бомбят уже там. Даже не хочу говорить, кто, но сами понимаете, да, там, кто азбуку изучает. Вот. И СПС тем чувачкам, которые с пониманием относятся к ежечке. Ну и, в принципе, ко всем, не побоюсь это слово, ютуберам, которые пытаются вас хоть как-то занять делом, чтобы вы пришли там с работы, с учебы, со школы, делать вам нечего, хоп, зашли на свой любимый каналчик и посмотрели хоть какой-то хороший видосик. Но почему-то у нас в РФ это не принято. То бишь не принято что? Нормально относиться к тем, кто пилит видосы. Думают то, что это легко, зашел, запилил, все нормально.
Ну, чуваки, вы попробуйте сами зайдите, запилите там, я не знаю, создайте там канал или там, не знаю, группу, еще что-то, и попробуйте сами это все держать, я на вас посмотрю просто. Обидно, конечно, это, ну, я на эту тему давно, кстати, уже говорил. Вот, ну что, мы тем временем ждем нашего батьку, атамана, он что-то у нас залип, я сейчас проверю в скайпе, он сидит с нами, просто я в скайпе с ним, ну, обосрался, походу, по полной программе. What the fuck, чувак, вставай. Вставай, я хочу скрин сделать с тобой, чувак, чувак, чувак. Окей. Давайте вот, если наверх... Ах, ты смотри. Он здесь проход закрыл, я хотел наверх выйти вам показать, как с крыши все это дело обстоит. А, окей, давайте я... Только ради вас. Запрыгну на крышу, подстроюсь просто-напросто. В старинке. Ух, вы посмотрите на эту красоту, ребята. Это же просто опупенно. Вы гляньте сюда, ребята. Уху-ху. Ой-ой-ой-ой-ой. Красотень. Ну, в принципе, здесь лезть-то недалеко. Давайте сейчас дерево я использую. Вот сюда вот. Ну, киянка мне, в принципе, и не... Нет, ну, давайте я ее сделаю, чтобы потом заремонтить все это дело по-быстрому. Вот. Так, костер. А, сюда нельзя. А если треугольник? Окей, можно смысл от него. Так, ну давай так. Лестницу. А я лестницу-то не поставлю. Окей, давай так. На треугольнике, к сожалению, лестницу нельзя делать. Мешает мне здесь костерок. Так, сейчас все это дело уберем. Отсюда, ну, давайте, ну, просто-напросто. Вот. Ну, вот отсюда построимся. Хочу просто на крышу залезть, вам показать. А, ну вот, можно здесь вот. Гляньте. Будем рейдить свой же дом. Я пришел. О, что застроил вверх? О, у меня кровь идет. Из ушей. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ты сейчас вообще не прав. Думаю, что я тебя не слышу, у меня наушники звук выключен. Жесть, ты сейчас погремел, у меня аж кровяк потек. Отвечаю. Ты я где? На крышу хочу залезть, ты что застроил ход туда? Что там творишь? А на крышу залазю, Рашу, дом твой. Зачем? На крышу хочу залезть. Я пообещал чувачкам. А, у меня дерева нет, все. Виллы. Слушай, дай скрин сделаем, я здесь костер поставил. Сейчас зажгу. Сможешь встать сюда вот? Сейчас подожгу все. Вообще по красоте. Сейчас топ возьму кое-что. Давай побыстрее только, иначе сгорит у нас. Дерево. Быстрее, 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 быстрее. Ведро будет атмосферней. Ну давай, ты чё, фулл броню хочешь одеть? Ты чё мою двухстволку спёр? Я скрин хочу сделать, прикольно получается. А, я хотел двухстволку взять. А. Ну на, ты возьми тогда, на, я тебе скину. Та-та, дай мне арбалет или что там у тебя. О, вот, на, лови. Меняемся. Давай. Ну стой, 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 хорош. О. Давай, 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 выходи. Выходи. Поближе только сюда. Скинул? Так я тебе скинул, там она в дверях лежит. Где мне вот тут стану? А, не, я далеко. Поближе. Плохо тебя видно. Прям в упор ко мне подойди, чтобы двустволка у меня прям на. Вот! Отойди чуть-чуть. Вот, 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 во! Слушай, шикарно, во. Вот, хорошо. Ну все, нормально. Все, хорош. Норм. На, двухстволку арбалет мне дай. Да, на, на, лови. На тебе ведро. Нахера мне ведро? На голову оденешь. Логично, давай. Шлем из ведра. Защита плюс 100-500. Короче. Оф, норм. Ну чё, чем займемся в этот зимний вечер? Фармить сейчас пойдем с 13 до 15, чтоб сишками бах. Ты же фармил нет. Уже, ты чё мне хочешь, напрячь? Да ещё надо чутка. Ты хочешь мою попку использовать? Да. Ну окей, пофармим. Вот у нас такой дом был, короче. Вернее, был он и есть. Вот так вот. Надо в нычку часть ресов принести. Ну отнеси, я же туда не буду, ты просто правильно.
Ща. Ну. Давай. Сноси туда. Что-то там у нас резко-то немного. Ты сказал, что долбил там, смотрю, 60 косарей. Камня, 4 сульфы только. Ну, 5 почти. А так в печках ты видел печки? Нет, а что там? Ну, печки посмотри. Сейчас гляну, погоди. Железо, смотрю, железо. А сульфа где? А, вот. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А, еще есть. Угу. Ну, короче, одно железо у тебя, да? Ну, там много железа, да. Угу. Ну, сульфы тысяч 10 в общей сложности будет. В принципе, пофармить, ой, пофармить, порейдить можно. Домики понаходить какие-нибудь. Ну, что-нибудь придумаем. Блин, ночью вообще здесь классно сидеть. Реал. Просто жесть. Смотрю, это твой друган, ты там что-то и не живет. Да он ушел, говорит, пойду отдохну. А, что, он с тобой бегал вообще или как? Или не да, было? Мы с ним фармили. Никого не слили? Тут плагин стоит, если ты у человека в друзьях, то ты можешь двери открывать, не вводя пароль. Нифига. Там надо что-то прописывать или еще что-то делать? Нет, просто friend просто, ADD. А, просто добавил друзья и открываешь, да? Угу. Прикольно. Ну, у разных серверов разные свои штучки прикольные. Так, надо тут... А что ты камни не улучшил здесь до дерева у тебя? Так я его улучшаю. Вот, ребята, показал вам, как выглядит дом на айсберге. Такая вот у нас экскурсия была. Давно вам не показывал, давно... Ух, чё? Нихера, я, короче, на островке. Ай-я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 й, живой-живой, фух. What the fuck? Так вот выглядит дом. Типичный дом на айсберге. Вот так вот. Я, ну классно. Конечно, вот спереди смотрится так, типа, просто какая-то коробка квадратная. Но, если мы зайдем внутрь, то мы увидим квадратную коробку. Вот. Печь у нас здесь. Все, ну, все по теме. Вот эта пушка просто говнопушка. С ней многого не сделаешь. Уф, уф. Только бомжей на этом, слушай, на пляже. Слушай, ты знаешь, что нужно выстрелить слишком много р. 3 раза, чтобы слить чувака. Ну да. Ну, она перезаряжается. Ты видел сколько? Ты вообще пробовал ее? Да, долгая она. Вообще отстой, я не понимаю, зачем ее убили. Лучше бы сделали лифт. Реальная тема, лифт. А чё, раз построил там, зашел в лифт. Осторожно, двери закрываются. Зашел так, хоп, стоишь, присел. Осторожно, лифт отправляется. Конечная станция. 6-й этаж. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Херак, 6-й этаж. Был бы ништяк. Ну-ка, звук, выстрелю. 2 патрона есть. Слушай. О, what the fuck. Как будто Чернобыльская АЭС опять взорвалась. И еще разок. Уф, 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 уф. Просто жестко. Воу. Ну что, вот так вот дом выглядит в айсберге. Живут в нем Ёж и батя. Атаман. А, ты перемычки делаешь еще. Угу. Смотри, смотри, смотри. Вот здесь вот у нас тоже можно перемычки. Сюда дверь лучше поставить. Сюда, сюда дверь. Вообще нормально будет. Что-то у меня ХП пропало. Надо поесть ходить. Мерзнешь, мерзнешь, мерзнешь. Меня тоже долбит. Да, ну, еще раз повторюсь, вот такая вот у нас хатка в зиме. Даже не в зиме, это не зима, это айсберги. А вы знаете, что он тут айсберг сделал так, что Титаник пошел ко дну? Там живет сосед наш, вон там он, да. Вот такие вот дела. Так что пока на этом все. С вами был Тор, Байос и Батя, который дом делает, а я ничего не делаю. Не забываем подписываться на канал, ставим лайзы и еще увидимся. Пока.